Друзья, всем привет! Всех с масленицей. Готовим ржаные блины на кефире. Вот, вот, вот. А наша котенька дома? Что ты хочешь? Ты только что выходила в такую погоду, а? Что ты хочешь? Играться хочешь? Рыжик ушел, все ушли. Одна ты дома, хорошенькая, умненькая. Привет, передай подписчикам и хорошего настроения обязательно, и дня, и денежек побольше, и хорошей зарплаты. Да, вот наша кошечка. Но не вижу, как я ее снимаю. Пойдем дальше к блинам готовиться. Вот наши ржаные блины. Вкусняшка. Надо сейчас скоро переворачивать. Так что, друзья, извиняюсь за... Может быть, качество съемки. Ну, как-то так. Сейчас буду переворачивать. И в чем сложность, друзья? В том, то, что это кефир. Он более тяжеловатый. Его не перевернешь. Как быстро, легко же, как те же блины на молоке. Тут масло у нас уже растопилось. Вот. Тяжело немного. Но не то, что телефон держать и все делать. Пахлава, привет! Все. Они у нас такие рыженькие. То есть литр молока, 4 яйца. Ну, в данном случае у меня кефир, литр. Разрыхлитель, ванилин. Можно куркуму добавить, корицу, ну кто как хочет. Но я лично так готовила. Сейчас будет переворачивание. Вот. Раз. Какой блинчик хороший. Берем маслице. И пусть топится. Подсолнечное масло. В тесто также еще мы тоже добавляем подсолнечное масло. Но и тут смазываем тоже. Почему? Потому что это кефир, друзья. И добавляю, я вот так делаю, раз. И потом распределяю. Чтобы он у нас был ровненький, тоненький. Ну почти, но тут я чуть-чуть мало не долила. Ну ничего. Фирма веников не вяжет. Да, пахлава? Фирма веников не вяжет.